И в продолжение темы. Региональный поезд здоровья сегодня прибывает в Братаевку. С 9 утра до 13:00 жители села смогут пройти диспансеризацию, получить направление на плановое лечение и даже поучиться в школе здоровья. Жители осмотрят узкие специалисты ЦК МСЧ имени Егорова. Кроме того, в рамках проекта здравоохранения состоится выезд мобильного фельдшерско-акушерского пункта в Цельнинский район. Сегодня выездная поликлиника будет работать в селе Репьевка.